теперь переходим к другим темам. Вот в Свердловской области сотрудницу детского сада уволили. Знаете, из-за чего? Из-за массажа рабочим. Вот она была уборщицей и в будущем готовилась стать даже воспитателем, но летом ее коллеги заметили, что девушка откровенно флиртует со строителями, которые работали в детском саду. Как и рассказало руководство детского сада, уборщица вела себя аморально. Она уединялась с рабочими и даже делала одному из них массаж. Но после этого в поселке заговорили уже о поведении девушки. Узнал об этом ее муж, они даже хотели развестись. А в детском саду уборщицу сразу уволили. Теперь ей ищут замену. Желательно, конечно, педагога в возрасте, как говорят. Ведь за все время работы садика это первый подобный скандал. А сама сотрудница утверждает, ну а что плохого-то я сделала? Просто хотела помочь, а виной всему обычные слухи и зависть. Ренату вот этому. Все, он говорит, что-то у меня, говорит, это спина, говорит, я ему там так буквально вот сделала. А сказали это еще то, что он в обнаженном виде сидел, и то, что я ему массаж делала. Да не было такого. Я говорю, вы посмотрите камеру. Все равно здесь пока все не успокоится. У нас маленький поселок, так сейчас все что только они говорят.